Привет, это Артур и Давид. Сегодня мы открываем Лего Дупла. Лего Дупла, серия Around the World, вокруг света. От 2 до 5 лет, и у нас какой-то север. Это что, Артур? Антарктида, наверное. Ну, посмотрим сейчас. Что там у тебя, Давид? Покажи. Ох ты, мальчик, в теплой курточке, эскимос. Вот такая лодочка с рыбой. Уже собрали. Давай дальше, что еще у нас там есть? Кого нужно распаковать? Вот тут... Давай. Кит огромный, к нему помещаются люди внутрь, да, и даже, возможно, медведь. Тут ему надо найти креветки и еще... А, вот так. Попробуем этот пакетик креветки. А, креветки в кубике, да? Да. Это как будто часть воды. У Давида кушает кит лед и семка. Открываем медведя. Давид, нравится тебе Лего? Да? Вот Мишка тебе. Дальше что? Ух ты, какие персонажи. Действительно, Лего для детей очень-очень хорошее сделано. Собачку. Ну да, наверное, все-таки это собачка, а не лисеночек, хотя очень похож. Вот так. Это, скорее всего, лайка, сибирские хаски какие-то, но не сильно похожи. Собираем дальше. Надо вот сюда поставить вот это. И где? Можно? А, ты садишь? Ладно, ставим дальше. Берем вот так, такую. Потом вот так ставим. Что мы собираем? Что это будет? Ну, это такая будет штука ледяная. Ледяная? Как домик, какая-то полярная станция. Ставим. Вот такая. Вот такое получилось у нас тут. Ставим. Человечки скоро могут тут жить. Жить, греться, потому что очень суровые условия на севере. И помимо медведей, которые иногда и нападают на людей, конечно, нужно и согреваться как следует. А что это такое за чан? Это готовить еду, наверное? Да, готовить еду. Вот так. И еще надо коричневую, а серую. Серенькую где-то. А Кит, у тебя что-то ел? Да, съел. Съел серую деталь? Да, съел. А что это, вершина дома, да? Ну да. Какой-то дымоход, наверное. Ну вот это все. Все. Ну и так покажу вам все крупные детали. Вот Мишка полярный. Вот Сани. Саня и собачка везет их. Мальчик Мама! На лодке, и тут удочка от него есть. Ну что, мальчик на лодке, но он может сесть и в сани. Да, и еще он может сесть вот в дом зайти. В домик, да, или с другой стороны, или с этой, там закрепиться. Есть еда. Есть ли еще персонажи? Ну, есть такая вот. У Давида в руках девочка, да? Да, и вот еще такой кит. Он брызгается водой. Вот. Как всегда, фонтан кит делает, да? У него рот есть. Как у него во рту был? Большая рыбка. Он может ее съесть. Съесть? А может и мальчик поймать ее на рыбалке. Да, вот тут вот. Вот тут удочка. Удочка и крепление есть, да? Специальное крепление. Ну и креветки. Ну и креветки отдельно. Ням. Я гигантский кит, я съедаю все. О, и собаку! И даже Мишку!
Артур, а ты знаешь, что на самом деле кит не может проглотить ни медведя, ни собаку, только мелкую лебёжку? Да, может. Еще он очень хорошо брызгается. Конечно. Он такой кит классный, у него такой классный рот. Кит плывет и кусает дом. Подвох. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока! И ставьте лайки.